О, привет! Заходи. Только сначала вытри ноги и подпишись на канал. Проходи. Прошлый понедельник не успела выложить видео по графику, но надеюсь, что я сегодняшней актуальной темой скомпенсирую этот свой косяк. Мясо. Зло или добро? Польза или вред? Люди просто мечутся в поисках ответа на этот вопрос, и я вижу эти терзания человеческие, встречаюсь с ними практически каждый день, потому что очень много приходится общаться с людьми по вопросам питания, и я вижу, что очень часто люди заблуждаются в отношении этой темы. Ну да, у нас на просторах интернета очень много разных версий, разных теорий подхода к употреблению мяса. Одни категорически за, другие категорически против. И самая главная ошибка заключается в том, что мы всегда хотим выбрать какую-то одну сторону, какую-то крайнюю меру. Но почему-то очень мало людей, которые выбирают середину, золотую середину. И именно это, или вот это отсутствие разумного подхода к решению вопроса, именно оно и представляет из себя такой камень преткновения. Дело в том, что вредит не человеческому организму и вредит здоровью человека не сам факт употребления мяса, а факт его злоупотребления, мясом и животными продуктами. Ну, давайте рассуждать логически. Что такое мясо? Это чужеродный белок, белок другого живого существа, которое мы употребляем в пищу, чтобы получить определенные питательные вещества, витамины, которые в нем собраны уже в готовом виде. То есть животное запасло витамины в своих мышцах, в своей плоти, и человек просто пользуется этой возможностью. Но при том, что мясо, конечно же, определенно содержит питательные вещества, оно довольно тяжело для усвоения. Согласитесь, если взять для сравнения, скажем, яблоко, да, и кусок мяса, что легче расщепить в пищеварительной системе человека? Конечно, яблоко, потому что это очень легкий продукт, он представляет из себя клетчатку и сок. Сок усваивается практически на уровне желудка. Клетчатка, она вообще не усваивается, она идет на корм полезным бактериям в кишечнике. То есть для того, чтобы расщепить яблоко, человеческому организму нужно затратить минимум усилий, сока, слюны, желчи, ферментов и времени. И все наоборот, когда речь идет о мясе. Это очень тяжелый такой, да, волокнистый продукт, который, чтобы разобрать на мельчайшие частицы и чтобы его как-то встроить, да, взять из него питательные вещества, дать им возможность проникнуть через стенки кишечника в кровь, а вот эти все отходы, да, грубые, их нужно как-то расщепить и каким-то образом безопасно вывести. Так вот, одно дело, если человек съедает, ну, небольшой какой-то кусочек мяса один раз в день, а может быть через день, а может быть и один раз в неделю, а некоторые и вообще один раз в месяц едят, и вообще даже есть люди, которые едят мясо один раз в год. Я знаю таких людей, и знаете, они нормально живут, они хорошо выглядят, они здоровы, и я не вижу, чтобы у них были какие-то проблемы со здоровьем, связанные именно вот с таким редким употреблением мяса. То есть на самом деле вот эта забота о том, чтобы постоянно был белок в питании, это гипертрофированная забота, это следование по ложному пути, по пути мифов, возможно, по пути маркетинга, когда мясопроизводители хотят продать больше своих продуктов и так далее. То есть этот маркетинг, он уже перешел в заблуждение, в большую, просто в тотальную ошибку людей, когда они
в своей погоне получить как можно больше белка, хотя они порой сами не отдают себе отчет, зачем им это нужно, зачем им вообще нужно гнаться за животным белком, когда, в принципе, любая еда и растительная, ну, всякая, она в той или иной степени содержит белок. И вообще, а зачем столько белка? Ну, это уже как бы тема отдельного видео, а сегодня я хочу, чтобы вы просто поняли одну простую вещь. Чтобы получать питательные вещества, не обязательно гнаться за большим количеством мяса. Его можно рассматривать просто как резервный вариант питания и употреблять его, ну, вот настолько минимально и настолько редко, насколько вам будет это комфортно, скажем так. И причем вот это состояние комфорта от употребления мяса или вообще, будем говорить, животных продуктов, оно на каждой ступени развития человека разное. То есть если человек начал уже заниматься своим оздоровлением своего питания и переходить на более естественное питание, он, конечно же, не будет находиться на той же ступени развития, как и человек, который питается традиционно и не собирается уходить с этого пути. И тем более, если человек идет по пути перехода на естественное питание, то вот эти все этапы его перехода, они тоже будут разными. Так было и у меня, так происходит и у моих клиентов, которые переходят на естественное питание. Сначала мы едим мясо достаточно, ну, много и часто, затем мы начинаем уменьшать его количество и делать это все реже и реже. И в конечном итоге, ну, целью, да, естественного питания является минимизирование животной еды, то есть употребление, как я уже сказала, его в резервном варианте, то есть запасном. А чем же надо питаться, спросите вы? А питаться мы должны растительной пищей и, конечно же, преимущественно в сыром виде. Вот, поэтому вот это искусственное внедрение в свое питание большого количества мяса, оно кроме вреда ничего не приносит. Но если вы решили, что вам нужно оздоравливать свое питание, пожалуйста, не убирайте мясо резко. Не убирайте вы свое питание совсем, прям под ноль, но просто старайтесь все время минимизировать, минимизировать и минимизировать его количество. И вот это освободившееся пространство вы лучше заполняйте растительной пищей, преимущественно сырой, тоже без фанатизма, а с постепенным увеличением доли сырого. И вы увидите, как ваш организм плавно перестраивает работу, и постепенно он сам будет давать сигналы о том, что животной еды ему нужно все меньше и все реже. В общем, постепенность, умеренность и разумный подход. Вот это будет главным условием оздоровления вашего питания. Пока, до встречи! И посмотри еще вот это видео. Увидимся!